Они были в шаге от войны. Изюм на границе с Донецкой областью первым принимал раненых и переселенцев с начала боевых действий на Донбассе. А теперь в городе восстанавливают дороги и ремонтируют больницы. Больше о возрождении города в нашем следующем материале. Маленький городок на границе Харьковской и Донецкой областей. Именно здесь в 2014-м был крайний украинский блокпост перед оккупированным Славянском. Изюм принял первых переселенцев, а Изюмская больница – первую волну раненых. Сейчас город вернулся к мирной жизни. Год назад старую районную больницу начали восстанавливать. Заменили кровлю, окна, внутренние инженерные сети. Хирургическое отделение уже принимает пациентов. Полностью закончили ремонт хирургического отделения. Обе стороны чистые, чистые светлые палаты, система кондиционирования, заменились окна, стало намного теплее, уютнее, тише. Глава Харьковской обладминистрации говорит, в этом году реконструкцию больницы завершат полностью. 42 роки капитально не ремонтувалися. Ми підійшли комплексно і в цьому році завершимо всі роботи, починаючи від даху і закінчуючи комунікаціями. Нові вікна, двері, палати, зовнішні, внутрішні роботи. Закінчимо в цьому році не тільки міську лікарню, а й розпочнемо роботи в інфекційному відділенні і будемо розпочинати ремонтування в пологому відділенні. Кроме больницы в Изюме отремонтировали дорогу и восстановили мост через Северский Донецк. Зміни за цей час пройшли дуже важливі. Всі ви бачили відремонтований міст через річку Сіверський Донець, який не ремонтувався вже, наверное, років 30. И дорога. В Изюме сейчас много молодежи. Обживаются и переселенцы. Люди просят построить детям бассейн. Открыть бассейн жителям Изюма пообещали через 2 года. Андрей Кравец, Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьковская область.